вот я слышал такие разговоры, что буквально вот сейчас вот, ну еще там буквально вот всего ничего, и президентским указом или как-то еще легализуют вот нелегалов, не дожидаясь вот той реформы. Амнистию, да, вы имеете в Амнистию, виду? да. Есть такой разговор или что? Есть разговор, и разговор в основном относится к адвокатам. Нас предупреждают, чтобы мы не брали заранее денег у людей, как бы поставив их в очередь на помощь, если будет амнистия. То есть понятно, что она ожидается, но мы не можем говорить, когда она ожидается, мы сами об этом не знаем. Вот. Но так как предупреждают адвокатов не записывать людей заранее, не брать с них денег, понятно, что это, наверное, близко к Уже реальности. берут деньги, значит, кто-то. Да, то есть уже кто-то начал это делать, поэтому вот это все, что я знаю на эту Это тему. было бы неудивительно с учетом того, что Обаме и его администрации остался год, и он как бы в Хочется этом. проявить как-то себя Но он в этом положительно. смысле как бы себя постоянно проявляет. Там это не, и не первый раз это уже. Это будет не первым разом. Но Обама нам Вот. помог в миграционной сфере, он какие-то вещи сделал положительные.